В индийском штате Тамилнад мусульманский лидер поженил 800 малоимущих парней и девушек в рамках социального эксперимента, задуманного с благотворительными целями. Массовое бракосочетание состоялось в небольшой деревне Падандхарай у границы Тамилнада с штатом Керала. 400 пар молодоженов, 363 из которых мусульманские, создали семьи в ходе торжественной церемонии, передает Slanews со ссылкой на The Hindu. Несколько имамов, а также христианские и индуистские священнослужители провели бракосочетание для молодых людей, вручили им подарки и денежные суммы на обустройство семейного хозяйства. Массовое бракосочетание в бедной деревне организовал мусульманский лидер Диваршола Абдусалам Муслияр. Он лично занимался изысканием средств на свадьбы и подарки молодоженам. Муслияр впервые запустил такой социальный эксперимент еще в 2014 году и с тех пор провел 5 массовых бракосочетаний, поспособствовав созданию 1520 семей в бедной местности.